Да, еще раз повторим, да. Из этого введения очень важно, что Бог нас призвал к общению, да, к кайнонии, к сыну, а не сына к нам. То есть не, и эту вот верность Бога не нужно воспринимать или понимать эгоцентрично, а теоцентрично, христоцентрично. Мы призваны. И тогда, если мы это поймем, мы поймем верность Бога по отношению к нам. Но не эгоцентрично. Дальше Павел говорит призыв к единству, и здесь мы видим проблема разделения. Как минимум, поначалу видим, что на какие-то партии церковь была разделена, какие-то герои получились. И вот этот блок с первой главы по четвертый, и здесь Павел говорит, что «Слава Богу, я никого из вас не крестил, только Криспа и Гая». Да никто не может сказать, что вас крестили во имя мое. Ведь Христос послал меня не крестить, стих 17, а возвещать радостную весть. И не языком человеческой мудрости, чтобы крест Христов не лишился силы. Проповедь о распятом – глупость для тех, кто идет путем погибели, а для нас, идущих путем спасения, это Божья сила. И дальше он играет, обыгрывает тему «Мудрецы века сего» или «Мудрость мира и мудрость Бога». Здесь нужно сделать такую вот заметку, поправочку. Павел тут якобы говорит, что «я пришел к вам, никакой мудрости человеческой не знаю, я только о Христе проповедую, все». Здесь не то, чтобы Павел там лукавит или лицемерит, он пришел действительно содержательно, он действительно пришел с очень такой невероятной вестью о кресте Христовом. Но его намек, что он типа не как Аполлос и не как вот эти вот античные риторы, что он не речист, хотя вот там было в письме, что они пишут, что Павел, ну помните, мы читали, что сам о себе, что вот говорят, что он не речист, да, то есть в письме он сильнее, когда придет он, но на самом деле по его проповедям и речам мы видим, что достаточно мощная была риторика. И послание к Коринфянам мы увидим. Павел раскинул такие риторические тонкие сети, и вот если мы не поймем риторику этого послания, потому что Павел имеет дело с такими людьми. И эта риторика Павла в послании к Коринфянам отличается от риторики послания к Галатам. Потому что там другая аудитория. Он сразу переходит и начинает: о, кто вам внушил, да, вы, галаты, глупцы, если не сказать еще пожестче, да, то есть там, и в основном там идет спор, и Павел приводит аргументы из экзегетики иудейской. То есть Павел использует риторику. Одна из таких риторических фигур – это хиазм. Хиазм может быть разновидностью параллелизма. Я вас когда была гомилетика, я вам рассказывал. Что значит хиазм? Да? То есть это фраза, такой вот, или конструкция, которая вот в центре есть что-то очень важное. Да? В центре. Чего-то начинается с А, да? Идет к Б, там может быть Б, С и Д, там, сколько там будет этих строчек или элементов, да, подразделов этой конструкции. Вообще главное в середине, а потом все симметрично возвращается, да, то есть А, Б, А штрих. То есть А штрих повторяет, что было сказано в А, но уже с учетом того, что сказано в Б. Понимаете, да? Я когда проповедовал на Новый год, так и сказал, что коринфская елочка. Вообще весь сезон проповеди по Коринфу я назвал так: коринфские новости. Итак, первое там: новая религия дает знания там, или новые прически в Коринфе, когда там Павел говорил о женщина с женских покрывалах там. Там и так далее очень много, поэтому очень жалко, что нет пушки, я вам все эти слайды показал. То есть, поэтому я лишен, у меня не такое красноречие, да, как у Аполлоса, поэтому... Но вот это очень важно, я потом нарисую. Вот это очень важная фигура речи, ну в смысле риторики. И чтобы понять послание к Коринфянам. Чтобы его понять еще, нужно переключиться с одного вида логики в другой вид. Например, мы все-таки под влиянием каменной логики или логики Аристотеля, ну в целом, да, то есть это либо есть, не есть, истинно ложно, или можно, нельзя. Например, послание Галатам там более вот так вот, есть правильно, неправильно. И послание к Коринфянам очень, оно такое с разных сторон. У меня были студенты, например, там баптисты-пятидесятники, да, баптисты подходят так, ну,
Так нужно говорить языками или нет? Десятники подходят. Так, ну правильно, можно говорить языками. То есть логика какая? Да, нет. Правильно, неправильно. И вот что интересно, Павел здесь такую логику не использует. Это такое, как вот, есть сейчас книга такая, водная логика. Водная логика. Ну, вода, вода, камень. Чуть другое направление логики. Не знаю, в прошлый раз вам рассказывал, нет, историю про одного мальчика, которого дурили, ну, старшие ребята. Вот так, есть такие балбесы там во дворе, они сидят, ну, лоботрясы, делать им нечего. И идет такой школьник в очках, такой правильный парень. И они его, они любили над ним подшучивать. Они ему предлагали на выбор взять одну монетку. Одна большая, но однодолларовая. А другая маленькая, но двухдолларовая. Они говорят: выбирай монетку, какую выберешь, такую возьмешь. Естественно, он брал какую? Большую. И вот они смеются постоянно с него. И каждый раз, когда им скучно, он идет, они ему раз, и вот он. И мужчина, который, автор книги, который описывает эту историю, говорит: мне это надоело. Я как-то подошел к нему, говорю: послушай, сынок, вот та большая, она кажется, что большая монетка, но она всего лишь $1. Вот та, которая поменьше, вот это $2. Выбери в следующий раз, возьми маленькую. Говорит: сэр, я знаю, что то доллар, а то $2. Но если бы я сразу взял бы однодолларовую монетку, в следующий раз они бы мне не предложили бы. То есть тот мыслил лучше-хуже, да? То есть какую взять. Но просто думал, что тот ориентируется больше-лучше. Нет. А тот понимал, говорит, но у него был другой вид логики. То, к чему это приведет. Его выбор приводит к лучшему результату, потому что он уже, наверное, заработал на этом долларов 30-40 за это время. В то время как те тратили, они платили за свое веселье. Они платили, то есть, конечно, и думали, и вот они смеялись. Но они просто каждый раз тратили свои деньги. А он собирал себе и купил последнюю модель там телефона или iPad. Ну, вот. Или потом их нанял на работу, когда сколотил себе. То есть, понимаете, другой вид логики. Вот примерно такой вид логики использует Павел здесь. Он не говорит правильно, неправильно, можно, нельзя. Он говорит: смотрите, к чему это приводит, к чему это может привести. И вот вся его риторическая такой вектор, да, направление его вот к тому, он показывает, к чему, ведь там люди, которые любили подумать, мудрость, да, к чему это приводит. Посмотрите на результат. Понимаете, да? И вот, например, вот здесь, вот первый раз мы встречаем такой вот герои. Три раза мы встречаем упоминание вот именно в первой, да, вот, что вы поделились. Потом в третьей главе он вновь упоминает 4:17. Когда один говорит: я Павлов, а другой: я Аполлосов, то кто вы? Люди этого мира. В конце концов, что такое Аполлос? Что такое Павел? Всего лишь слуги, благодаря которым вы пришли к вере. И каждый исполнил то дело, которое ему поручил его господин. Я посадил, Аполлос поливал, но вырастил Бог. Поэтому ничего не значит ни тот, кто сажает, ни тот, кто поливает. Значит лишь Бог, который взращивает. И тот, кто сажал, и тот, кто поливал, делают одно дело. Каждый получит то вознаграждение, которое ему положено. Мы ведь сотрудники на службе у Бога, а вы Божье поле, Божье строение. Вот он тебе, Павел, показывает, что мы одна команда. Но, в принципе, даже наш труд не так важен. Кто посадил, кто... Вся фишка, все дело в Боге, который все взращивает. И вновь он там приводит аргументацию, и заканчивается глава, снова упоминаются эти герои. То есть это такое вот идет начало, что-то объясняется, и потом снова упоминается то, с чего мы начали. Так вот, пусть никто не хвалится людьми. Видите, вначале это было повод хвалиться. Я Аполлосов, я Кифи. Но потом он показал в центре, что дело не в них. Мы одна команда. Но самое главное — Бог, который делает. И заканчивает теперь: пусть никто не хвалится, потому что все ваше. И Павел, и Аполлос, и Киф, и мир, и жизнь, и смерть, и настоящее. Все. Но вы принадлежите Христу, а Христос Богу. Тем самым он делает такое заявление, что все герои, которых вы, вот те имена, из-за которых вы поделились, разделились, суть одно. Они все под Божьим владычеством, они в Божьей верности, да, который верен своим целям.
Дело в том, что Он делает. Но все ваши герои, и вы, и Христос одно. Вот Он начинает теперь развивать или давать это лекарство, которое может исцелить раздробленность, отчуждение, да, вот эти вот распри, эти вот споры. Он все возвращает к Божьему замыслу, к Богу и Христу. И соединяет и этих героев, имена, которые их поделили, показывает, что эти имена одна команда. Если вы с ними, вы тоже одна команда. А если вы с ними одна команда, то вы одно с Христом, а Христос Божий. Понимаете, как он собирает, то есть какие вот веревочки, как он обматывает, каким скотчем. Чтобы, и мы сказали, что это послание больше похоже на такую социальную инженерию апостола Павла. Как сконструировать общину, которая вот поэтому сказала, что если вы когда-то будете пастором проблемной церкви, или будете в проблемной церкви, это настольная книга для пасторской теологии в условиях кошмара церкви Коринфа. Да? Хорошо. Потом, 4 глава. Я не буду так останавливаться подробно на многих. 4 глава. После дискуссии. Интересно, вот там Павел в третьей несколько раз использует три ветхозаветных текста. Да? Они как три колонны, которые помогают Павлу построить свою риторику. Нет времени сейчас о них говорить. То есть я там указал, да, вот на первой страничке, вот как книги. Это как три колонны. То есть Павел ссылается на авторитет Писания, где идет конфликт Божьей мудрости и мудрости человеческой. То есть это должно было быть аргументом для тех, кто понимает хорошо Писание, что где-то у них что-то неправильно. То есть нет времени сейчас вот объяснять. Но это как три колонны, которые ведут его аргументы, то есть подтверждают его аргументы из Писания. 4 глава, я так назвал, в чем сила? Итак, а 4 глава заканчивается тем, что Павел говорит, что я к вам приду. Помните, я к вам, хотите, я к вам приду. Чего вы хотите? 21 стих. Как мне прийти к вам? С розгой или с любовью? В духе, или с любовью, в духе кротости? И стих 19-20. Но я приду и очень скоро, если даст Господь, и выясню, не то, каковы речи этих зазнаек, но какова их сила. Ведь царство Бога не в слове, а в силе. И Павел, помните, вчера мы говорили фессалоникийцы, что вы приняли Евангелие в силе Духа. Да? То есть поэтому то, что там говорят на меня, там, они могут там это словоблудие, там все, вы увидели силу реальную. То есть вы убедились в истине этого Евангелия, вы в вере находитесь. Так же самое здесь, ведь я приду, появились многие какие-то теологи или теологии, я не знаю. Они много говорят, вот я приду, их силу испытаю. Возникает вопрос, а в чем твоя сила, в чем сила, брат? Да, или как перефразировать фильм, в чем правда, брат? Из этой главы можем видеть три момента. Здесь написано, да, первое, верность. Павел пишет, и так пусть видят в нас слух Христа, которым поручено возвещать тайны Бога. Кирилл, можешь взять распечатку, если есть там. Там попроси. Нету, да? А, хорошо. Просто там конспект есть. Пусть видят на слух Христа, которым поручено возвещать тайны Бога. От них, в конечном счете, требуется лишь верность. И вот первое. И это явно, может быть, не видно, да, что такое ответ на вопрос, что такое сила. Первое – это верность слух. То есть в нас должны видеть слух Христа, служителей. Нам поручено эту тайну возвестить, от нас требуется верность. И вот первое, как вчера, да, мы говорили, Павел, не стыдясь, это нормально в те времена, приведи свой пример верности, потом дальше Павел будет показывать верность. Его верность очень важный аргумент. Верность Богу свидетельствует тому, что человек находится, или у человека есть сила от Бога, потому что его верность – это отклик на верность Бога по отношению к нему. Поэтому первый элемент – силы, которые может обладать верующий человек, в данном случае как Павел, это его верность. Верность служению, верность призыву, верность и покорность Богу исполнять его волю. Ведь по сути Бог ему открыл, оставайся в этом городе, да, в Коринфе. Оставайся, проповедуй, рассказывай. Там он остался верным. Это не его сила, это не Павла. От него требовалась лишь верность. И он последовал этому призыву. Он остался в этом городе, и Бог явил свою силу.
благодаря тому, что он ответил верностью Богу. Дальше он следующий Павел пишет: «Меня меньше всего волнует, что меня будете судить вы или любой другой суд человеческий. Я даже себя самого не сужу, хотя на моей совести нет ничего, это еще не значит, что я тем самым оправдан, но мне судья Господь». Знаете, интересно, мы очень любим такую фразу. Мне вообще не важно, что обо мне думают люди. Многие так любят. Говорить, на самом деле очень важно, что от них будет. Чаще всего все-таки важно, что будет говорить. Но это наша позиция. Кажется, помните, это вот эгоцентричное понимание нужно вот сбить. Павел здесь не говорит, что мне вообще там все равно, что вы мне скажете, что вы мне думаете, там судите. Видите, дальше говорит, я даже сам себя не сужу. То есть я даже не ценю свое мнение о себе. Потому что я говорю, когда мне все равно, когда кто-то думает обо мне что-то, это значит, очень важно мое мнение. То есть у меня есть свое мнение, я никого не слушаю. Да? Или говорят, он сам себе на уме, то есть типа, шифруется, никого не принимает, никого не слушает, он сам себе. Я даже сам себя не сужу. То есть я не нахожусь под властью своего мнения, своего какого-то авторитета. Мне судья Господь. По сути, это очень важное такое вот для нас практическое применение, быть это как следствие нашей верности, не подпадать под суд человека, да, то есть не зависеть, но нам это очень нравится. Это как бы вот, и как, это классно, но чаша уравновешивается, Павел говорит, что я даже не хожу своим умом, да, своим судом. Я не сужу никого и сам себя, мне судья Господь. Умение жить под судом Бога тоже дает человеку силу, потому что, в смысле, судом, его словом, и это очень важно. Третий момент, и здесь Павел больше тратит времени, это церковь еще называют такую вот церковь энтузиазма, такая вот еще называют такую восторженность в Коринфе. То есть многих людей очень так, как, грубо говоря, поперло, эйфория, то есть и оно легло на эту эллинскую мышление, что они стали как небесные, они как в небесах уже живут. То есть и их, они настолько взлетели над жизнью, и более того, то есть они так оторвались, что посчитали, что весь мир уже просто лежит ниже их. То есть такая вот гордыня, вот такая вот лжедуховность, и кажется, что они царствуют. Некоторые, что такая этика или такое понимание было в философии там, эпикурейцев, где вот они могли, в каких контекстах. Это такая, что знания дают тебе, что ты уже царствуешь этим знанием. И вот такое положение получается. О, да у вас всего вдоволь, стих 8, да? Вы уже богачи, вы уже воцарились и без нас. Хотел бы я, чтобы вы воцарились, тогда и мы царствовали бы вместе с вами. Но думается мне, Бог отвел нам, апостолам, место в самом хвосте процессии, словно людям, приговоренным к смерти на арене. Ведь мы стали зрелищем для всего мира, и для ангелов, и для людей. Мы ради Христа дураки, а вы во Христе такие разумные. Мы слабы, а вы сильны. Мы в чести, вы в чести, а мы в бесчестии. Мы по сей день голодаем и жаждем. Мы ходим в отрепьях, нас избивают, мы без крова. Мы в поте лица зарабатываем на хлеб с собственными руками. Нас бронят, мы благословляем. Преследуют, терпим. На нас клевещут, отвечаем добрыми словами. Мы стали для мира как мусор, мы до сих пор отбросы общества. Я пишу все это не для того, чтобы вас пристыдить, а чтобы наставить на ум, ведь вы мои любимые дети. Будь у вас даже несметное число воспитателей во Христе, но отцов не может быть много, ведь это я принес вам радостную весть и тем родил вас для Христа. Я прошу вас, следуйте моему примеру. И вот это философия или этика гедонизма, одна из видов этики, которая ставит суммум боном, то есть высшее благо, самой высшей ценностью, к чему мы должны стремиться, это получить удовольствие. Удовольствие в разной степени. Эпикур, который заложил это основание для такой этики, в принципе, потому что мы под получением удовольствия можем понимать все, что нам позволит наше воспитание и уровень нашей личности. Поэтому иногда было Эпикур говорит, что неудовлетворенный человек лучше удовлетворенной свиньи.
То есть это не значит, что получать удовольствие, это можно какие-то там, пьянство, там, обжирательство, хотя многие этому предавались. Это может быть тонкое какое-то удовольствие. Он говорит, что если ты продаешь имение и чувствуешь с этого кайф, классно. Но в целом народ-то не такой был утонченный, как основатель этой философии и этики, которая по сей день, по сути, она керует, она рулит. Сегодня рулит философия и культура гедонизма. Философия культ красоты, здоровья, молодости, богатства, роскоши, рулит сейчас этим миром, борется. И вот в принципе Павел говорит, что сила придет тогда, когда верность Бога, когда вы можете жить под судом Бога, и когда вы сможете преодолевать культуру и философию гедонизма. Говорит, вы уже такие, да, Павел, смотрите, контрасты какие рисует Павел. Поэтому в 4 главе он снова как бы показывает, их спускает на небеса. Говорит, где вы там находитесь? Что вы там себе вообразили? Ведь я приду к силе. И где здесь понять силу? Я думаю, что вот из того, что Павел перечисляет, есть элементы, которые можно познать. В чем сила твоя, брат? Это верность Богу, умение жить в дом Бога и преодолевать в себе эту культуру, философию гедонизма. То есть это не означает, что, потому что там была другая крайность. Аскетизм. Я люблю выпить кофе хороший с кардамоном, получать от этого удовольствие. Теплый душ. То есть речь идет не о тех вот моментах, которые нам дарованы природой, Богом, но когда мы поставили как высшую ценность, высшую благо, жить культурой или философией гедонизма. То есть все должно быть комфортно, все должно быть в роскоши и так далее. И вот, по сути, они прорвались к этому. Павел говорит, это обессиленное. Вот почему он приходит в силе, у него есть это все, верность, суд Бога и преодоление этой философии. Он терпит, поэтому он обладает этой силой. 5 глава. Здесь переход. И тут снова вопрос. Мы говорили, Коринф – город контрастов, и церковь в Коринфе – та же церковь контрастов. И в те времена, конечно, та вот безнравственность, которая царила в античном обществе, не могла не... Кстати, сопротивление у других людей. То есть мы не можем считать, что все люди, да, то есть были люди, которые переживали остро, потому что есть всегда разные люди, да. И был ответ на это такую безнравственность, в таком жестком аскетизме, да, то есть избежание таких удовольствия от тела. Поэтому эти люди попали также и в церковь. И вот здесь намечаются два таких, как мы сказали, можно сказать, либеральные и консервативные. Вот в 5 главе Павел вскрывает проблему. Прошел верный слух, да, что у вас завелось такое распутство, какого и у язычников не бывало. Один из ваших живет со своей мачехой, а вы все зазнаетесь. Вот это частое повторение, зазнайки, зазнаетесь. Показывает, что церковь такая достаточно, это ее симптом, да, диагноз, гордость какая-то, вот зазнайство. Не пристало вам зазнайство, стих 6, неужели вы не знаете поговорку, немного нужно закваски, чтобы закисло все тесто, так начисто выскребьте старую закваску, чтобы стать новым тестом, а вы и есть тот неквасной хлеб, потому что наш пасхальный агнец Христос уже принесен в жертву, так будем праздновать Пасху не с хлебом старой закваски, пороком и злом, но с пресной искренностью и правдой. И вот тоже вот хиазм. 6, 7, 8 стих. Вот, это будет немного нужно закваски, чтобы закисло все тесто. Б, вы есть этот неквасной хлеб, потому что пасхальный агнец Христос уже принесен в жертву. И А-штрих. Будем праздновать Пасху не с хлебом старой закваски. Видите, вот если бы переписал бы, то есть вновь это фигура. И вот это вот центр, хлеб, Христос будет таким стержнем. Мы дальше чуть просмотрим. Третья проблема. Вторая проблема. Несправедливость. Это 6 глава. Еще один повод для распри в церкви. Особенно это сказано, Павел пишет. И как смеет тот из вас, у кого тяжба с другим братом, судиться у грешников, вместо того, чтобы передать дело на решение святого народа Божьего? Или вы не знаете, что народ Божий будет судить мир? Если вам судить мир, неужели вы не способны решить мелкие тяжбы?
И вот он показывает, что эту проблему в Коринфянах, что братья судятся. Но судятся, скорее всего, не так, как вот, может быть, сейчас, это античное общество. И вот тут есть хороший симптом. Как вам не стыдно в пятом стихе? Неужели нет среди вас ни одного мудрого человека? И вот восьмой стих вот показывает, в чем их проблема. Смотрите, несправедливость. А вы и обижаете, и обкрадываете. И кого? Собственных братьев. Скорее всего, те, кто обижали и обкрадывали, это были те, кто на социальной лестнице немножечко выше. Понимаете? Поэтому они втащили в суды этих братьев. Полный провал, 7 стих. Одно то, что у вас есть тяжбы друг с другом, не лучше ли остаться несправедливо обиженным? Не лучше ли остаться обкраденным? Но на самом деле вы обижаете и обкрадываете. Неужели вы не знаете, что люди порочные не получат наследие в Царстве Бога? Не обманывайтесь. И дальше он говорит. И третья проблема. И вот здесь тезис. Коринфский тезис. Вот это вот 6.12. Да? То, что говорил, что скорее всего Павел получил какие-то тезисы. Все мне позволено. Как в синодальном там пишется. И вот смотрите, и здесь, скорее всего, такая комбинация вот этой фразы, такая вот структура. Возьмите у себя в кавычки тогда вот, мне все позволено, или все мне позволительно, в кавычки. Это тезис коринфян. Дополнение Павла, но не все мне на пользу. Мы читаем это как одна фраза, да, как бы Павел заявляет, что все мне позволено, нет. Он берет тезисы коринфян, но добавляет свой антитезис. Мне все позволено, но не все мне на пользу. Повторяет, мне все позволено, но ничто не должно завладеть мною. То есть там в Коринфе прошла такая фишка. Нам все позволено. То есть мы преодолели тяжесть телесности, мы преодолели духом. И поэтому тело ничего не значит. Дальше он пишет, вот их тоже тезис, это стих 13. За то, что он, скорее всего, получил от них, помните, такую брошюрку. Пища для брюха и брюха для пищи. То есть, если что, не такой перевод? Ну, это красиво так, чрево. Пища для брюха и брюха для пищи. Да, говорит апостол Павел. Да, но Бог уничтожит и то другое. Но тело не для разврата, а для Господа, и Господь для тела. И вот здесь тема, видите, я знал, важность тела. Тут влияние на влияние мира. Потом с тела будет идти как стержнем. С тела человека Павел перейдет на тело как церковь. И закончит в 15 главе темой воскресения тел. Показывает, что все это важно. Ваши тела, вот дальше будет, принадлежат телу Господа. То есть телу уже церкви. Поэтому в центре причастия, в центре встречи общины есть преломление хлеба, это символ нашего единения. Потом тело важно. И потом в 15 главе он снова поднимет тему воскресения тел. Потому что тогда в античности была такая, ну, схема такая, что тело это темница для души, дух. Вот что важно. Поэтому для греков было безумием воплощение Бога. И вообще смерти, крест. И где-то вот оно осталось у них. И теперь они думали, что они преодолели. Духом они преодолели тело, и поэтому все, что происходит с телом, не имеет никакого значения. И это их пословица, что пища для брюха, а брюха для пищи. Все. Но речь идет не об обжорстве. Павел объясняет, что там проблема. Тело не для разврата, а для Господа. И Господь для тела. Бог воскресил Господа, и нас воскресит своей силой. Показывает, что и тела очень важны, они будут восстановлены. В 15 главе он будет больше об этом говорить. А разве вам не известно, 15 стих, разве вы не знаете, что ваши тела части тела Христа? То есть, видите, он переходит с наших тел, с тел верующих к телу Иисуса Христа. Вы не понимаете, что вы части тела Христа, и ты часть тела Христа хочешь превратить в тело проститутки? Боже упаси! То есть, понимаете, они по своим обычаям посещали, вот была такая философия, посещали публичные дома. Либо участвовали, потому что говорили, что там был культ Артемиды, а значит было сотни, если не тысячи жриц любви, которых занимались этим с культовой точки зрения, и потому что это город-порт. И коринфяне смело ходили, свободные в духе,
Они преодолели, то есть они уже плоть, тело не имеет никакого значения, они себе вот устроили себе такую жизнь. Вот Павел спорит с этими тезисами. И их основной флаг, тезис, все позволено. Нам все теперь позволено. Все, мы прощены. У нас есть дух. Тело не имеет никакого значения. То есть тело, то есть пища для чрева, чрево для пищи, то есть все. Поэтому наше тело для чего? Это его потребности, значит, что нам? Нет. И Павел соединяет их со всем, их тела соединяет с телом Иисуса Христа. Говорит, и как вы хотите теперь это тело отдать в разврат? Говорит, Боже упаси! А разве вам не известно, что тот, кто соединился с проституткой, стал одним с ней телом? Ведь двое станут одной плотью. А тот, кто соединился с Господом, один дух с ним. Бегите от разврата, какой бы грех ни совершил человек, грех не касается тела, но развратник грешит против собственного тела. Разве вам не известно, что ваше тело – храм, в который живет Святой Дух? И он играет этим контекстом. Вы ходите в эти храмы, но вы же есть храм Святого Духа. Вы ходите в какие-то капища, вы ходите в этот, полученный вами от Бога, и вы не принадлежите себе. Вы куплены за большую цену. Так славьте Бога своими телами. Он ставит вот это богословие тела. Потому что действительно для них было новое. Мы теперь свободны, все позволено. Тело не имеет никакого значения. Оно для пищи, оно для секса, оно для всего. То есть это не проблема. И Павел их возвращает. Еще одна вот, и тут то, что он вначале как вот закладывал, же, вот богоцентричность, христоцентричность, да, как и лекарство для такой разобщенности. И здесь он работает с этими проблемами. Ваше тело теперь есть частью тела Иисуса Христа. То есть ваше тело – храм Духа Святого. И дальше будет он говорить в следующей главе о теле, ну, как о церкви, что это храм. То есть он теперь соединяет. Поэтому вот даже вот последнюю часть можно было, пятая, где воскресенье, там тоже вот идея тела. Ну ладно, понятно, да? То есть одна крайность – либертинизм, свобода. Но город контрастов – следующая крайность – седьмой главы, вот третий пункт, да, важность тела 2. Свобода от мира или ответы на проблемы церкви. Здесь уже идут ответы на конкретные проблемы церкви, но здесь другая крайность. Здесь крайность другая. Наоборот, это те, кто вот наоборот считают, что нужно порвать со всяким вниманием к телу, да, к потребностям. Относительно того, что вы писали мне в письме, вот тоже их тезис. Лучше мужчине не прикасаться к женщине. То есть они вот это вот, мы видим следы этой переписки. Павел говорит, окей, круто, но говорит, что-то я не уверен, что вы, ребята, вообще там долго протянете с таким подходом. Но речь идет не просто о мужчине и женщине, речь идет о супружестве. Но раз так много разврата, то пусть у каждого мужчины будет своя жена, и у каждой женщины свой муж. И пусть муж исполняет свой супружеский долг по отношению к жене, а жена по отношению к мужу. И так далее, и так далее, и так далее. То есть Павел говорит, что то здесь другая уже крайность. Раз вот так, то есть реакция на такой разврат, супружеские пары приняли такое решение вообще избегать всякой жизни. Павел говорит, ну очень много разврата в этой жизни, вы долго вообще не протянете. То есть, и это нормально. Бог создал все эти вещи, нас такими, и для супружеских пар эти вещи естественные. Потом он переходит к проблемам развода и безбрачия. То есть показывая, что в принципе, если говорить об этом, чтобы поправить эти крайности, сексуальная жизнь в контексте брака – это нормально, это естественно, это порядки вещей. Вопрос пошел дальше еще. Ага, раз такая свобода, я действительно живу в духе, я могу развестись. Поэтому некоторые приняли решение развестись. Это тоже искажение. Павел говорит, что ну неужели вы где тут? А тем, кто в браке, я приказываю. Впрочем, не я, а Господь. Жена не должна покидать мужа. А если покинет, пусть живет одна или же мирится с мужем. И муж пусть не разводится. Другая. Теперь нужно пойти еще дальше. Оставить своих неверующих, нечистых супругов. А остальным говорю уже я, не Господь. Если у кого-нибудь брата, жена неверующая, но она согласна жить с ним, пусть не разводится с ней. Потому что пошла другая тенденция сверхдуховных, сверхаскетичных, что
Одни, значит, первая тенденция, прекратить всякую супружескую жизнь. Вторая, оставить своих неверующих супругов. Ну, дух попер уже, все нормально, то есть мы теперь как ангелы живем. То есть это было такое вот представление, что они уже как ангелы живут. И там вопрос о безбрачии. Поэтому Павел говорит, что нет, откуда ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа, ты муж, не спасешь ли жену. Поэтому мне нужно, если супруги согласны с вами жить, неверующие, живите. Будьте, исполняйте свой супружеский долг. И откуда ты знаешь, не придет ли твой супруг или супруга потом к Богу. И третий момент – безбрачие. Павел, хотя сторонник безбрачия, в принципе говорит, что это не проблема, это не есть догма. Поэтому, делая вывод этой главе, мы скажем следующее, что замысел Бога для человека такой, что мы все ему принадлежим. Поэтому вопрос тела очень важен. То есть оно не автономно. То есть оно нам не принадлежит. Это есть структура творения. Есть законы, которые вложил Творец, есть правила. То есть хотим жить нормально, мы должны понимать, что наше тело – часть всей структуры замысла Бога. То есть мы принадлежим Богу. Второе. Супруги принадлежат друг другу. И больше никому. Третье. Любой социальный статус человека полноценен в глазах Бога и приемлем для верующих людей. Брак и безбрачие. То есть безбрачие не является каким-то неполноценным состоянием человека. И то должно быть приемлемо, понятно, потому что, если непонятно, смотри пункт первый. А пункт первый это какой? Мы все принадлежим Богу. Есть, да? Потому что нужно бежать. Третий. Любой социальный статус приемлем в глазах Бога и приемлем для верующих людей. Потому что есть иногда перекосы. Иногда превозносится безбрачие, что, ну, такое вот, аскетика, подвижничество, монашество. Оно, это хорошие вещи, нормальные, но они превозносятся. С другой стороны, в некоторых религиозных или христианских кругах, наоборот, безбрачие высмеивается и на людей смотрят, как на неполноценных еще. Поэтому Павел здесь вот в этой седьмой главе корректирует эти взгляды, потому что там же сложно, там вот так вот. Все в контрастах. Да. Да. Да, да, я знаю. Не, он не пропагандирует. Здесь он достаточно объясняет, что он не пропагандирует, он делает это вещи, что это тоже нормальное состояние. Он же в конце говорит, что, впрочем, где здесь? Да, то есть он как бы, он просто себе свою личность, что мне сейчас хорошо, я полностью, потому что не женатый или не замужний, может больше послужить для Господа, да, то есть, а не заботиться о семейных делах. То есть, ну, впрочем, говорит, это не, он просто свой опыт показывает, что мне сейчас хорошо. Да, я знаю, что там у него была жена, был ли он вдовцом или оставила. То есть здесь он просто говорит, что брак или безбрачие одинаково приемлемы. И не должны как-то отвергаться христианским сообществом, то или иное превозноситься. То, что он был, да, я согласен. Просто сейчас он, как знаете, старый грузинский анекдот, один остался. Один остался, да. То есть, ну, это немножечко шутка. Поэтому, ведь, ну, есть проблема, что либо превозносится, либо унижается. Я знаю, вот, я когда был еще молодым христианином, был один брат, он где-то до 40 лет, наверное, он не женился, и над ним посмеивались в церкви. И меня это так, ну, коробило. То есть брат такой посвященный, все, и общается в евангельских общинах, это как, ну, я думаю, что Павел бы возмутился бы в данном случае.
на эту проблему, что вы унижаете, а мы все Богу принадлежим. Иисус тоже говорил о каких-то вещах. Поэтому в этом плане вывод такой, что все приемлемо и не должно уничижаться или превозноситься. Дальше. Дальше мы переходим к идоложертвенному. Свобода от идолов. Новое богословие, богословская программа. Теперь о мясе пишет Павел. Первая глава, первый стих 8 главы. Принесенном жертву языческим богам. Конечно, нам известно, что у всех нас есть знания. Опять это вот, что у всех у нас есть знания, это в кавычках. Он цитирует их тезисы. Но знание порождает зазнайство, а любовь созидает. То есть знание, как в синодальном, надмевает, а любовь созидает. Хорошая пословица для христиан. Часто мы под знанием что? Говорит, а зачем учиться там где-то в семинаре или что? Знание надмевает. Там, или еще что-то. Речь идет не об этом знании. Павел не говорит, что вот это знание. Павел говорит, что вот это знание, вот коринфян, то, что они понимают, оно надмевает. И вот что это за знание? Вот это знание, которое связано с их теперь пониманием мира, их монотеизмом. Что на самом-то деле их знание, что существует только один, единый Бог, приводит их к следующему заключению, что идол в мире – ничто. И мясо, которое, ну, то животное, которое принесено в жертву идолу, то есть это просто смысловая игра в умах людей. На самом-то деле ничего не разыгрывается. Почему? Потому что, ну, что Господня земля и все, что ей принадлежит. Вот их знание. А раз так, новый вид свободы. Я могу есть любое мясо. В то время, ну, мясо так просто не продавалось. Чаще всего, всегда, в принципе. Если у вас нет своего хозяйства, там, а это город, мясо на рынках было после того, как оно было принесено в жертву. То есть это, ну, никак нельзя покушать мясо. Поэтому, с одной стороны, то есть это, ну, проблема была для евреев, евреи, то есть, и чаще приглашали кушать мясо, в, ну, друзья друзей, в эти капища, то есть как в рестораны. То есть они там и ели. То есть это, ну, мир так был связан тесно. И вот у евреев, которые жили в диаспоре, были два таких момента. У них было знание, что это все ничто, есть один единый Бог, и они тем самым отгораживались от этого, ну, ложного представления мира. С другой стороны, они постепенно как-то ассимилировались в эту культуру, адаптировались. И в принципе говорят, что, ну, мы-то знаем, что идол в мире ничто, а все принадлежит Богу. Поэтому я могу спокойно есть, покупать мясо и кушать. И это нормально, потому что есть, ешьте мясо без всякого исследования. Бери действительно Господня земля и все, что наполняет. Проблема не в этом. Проблема в том, что вы начинаете есть в капищах. И даже, может быть, и это не проблема. Ваше знание позволяет. Проблема в том, что это знание разрушает немощного брата. Оно разрушает немощного брата. Вот в чем проблема. От знания идет разрушение. Почему? Потому что вы прорвались вперед. Это как вот такие либералы, да? Либералы, которые понимают какие-то вещи, что все остальное это забубоны, какие-то игры разума. На самом деле истина одна. Вот, вот о каком знании говорит апостол Павел. Понимаете? Что это знание их надмевает. Но он говорит, что это знание приводит вас к тому, что братья немощные по вере. А немощные по вере, вот эти вот, или слабые, это консервативные. То есть те либералы, а это консерваторы, которые следуют четко вот таким вот моментам. Их твое знание разрушает. И вот здесь сталкиваются две ценности. Знание и любовь. А любовь созидает. И вот здесь уже Павел сталкивает их проблему, которую формирует вокруг этого слова знание, да, и свою таблетку под названием любовь. Говорит, знание надмевает, любовь совершает, любовь созидает. И всю восьмую главу он говорит, смотрите, седьмой стих. Но не у всех есть такое знание. Некоторые до самого недавнего времени поклонялись идолам. Так привыкли к этому, что когда едят жертвенную пищу, думают, что она действительно посвящена божеству. Но вот еще у них застыло это вот в сознании. И это отягощает их совесть и делает ее нечистой. Пища не приведет нас к Богу, если мы не едим. Мы ничего не теряем. И если мы едим, ничего не приобретаем. То есть, в принципе, ну да, но, девятый стих,
смотрите, чтобы эта ваша свобода не стала как камнем преткновения для слабых. И здесь Павел из плоскости доктрин нужно, не нужно, из плоскости каменной логики, да, переводит в другую плоскость. К чему это приводит? Вопрос не в том, что истина это или ложно, да? В контексте логики Аристотеля. Истина это или ложно? Это здесь другая логика. Это приводит к другому, к разрушению брату, даже если это в принципе истина. Понимаете, с чем мы сталкиваемся? С двумя измерениями. Знания и любви. Отношений. И это вот здесь уже Павел начинает формировать вот эту вот, больше раскручивает свою пасторскую теологию вот исцеления и примирения вот этой общины. Ведь если кто увидит, как ты, обладающий таким знанием, сидишь за столом в языческом храме, не случится ли так, что совесть этого слабого человека смутится и подвигнет его тоже есть жертвенную пищу? А если он начнет есть жертвенную пищу, он пройдет один барьер, там, может, он пройдет другой барьер, и утром он проснется где-то в храме Афродиты с бутылкой пива или шампанского, сигаретой и с какой-то барышней, ему станет стыдно, он заплачет, и непонятно, придет ли он в церковь. Посмотрите, куда это ваше знание приводит. Перемена.